Уважаемые друзья, счет в этом матче открыл Диас Тетюньков, который здорово использовал свой выход практически 1-1. Затем Борис мог отыграться, но игра в большинстве им не приносила успеха, хотя, конечно же, моменты у астанчан возникали. При этом Борис также играл в меньшинстве, но свои ворота сохранил в неприкосновенности. Здесь нам показывают эпизоды, когда свою команду выручал Антон Осокин. Ну и, в свою очередь, Аблайхан Тлеубай также был постоянно в игре и команду Борис Жас выручал. Хорошие атаки удавались хозяевам во втором периоде и все-таки смогли сравнять счет каких-то Борис Жас. При этом упускали они ряд контратак, и это позволяло торпедовцам владеть инициативой и угрожать воротам соперника. Здесь отличный сейв исполнения Блайхана Тлеубай. А сравняли счет барысовцы в концовке второго периода, перед этим отбившись от атаки с участием Яна Тетюнькова. Здесь Диас Тетюньков мог вполне оформить дубль. А в итоге ответная шайба, бросок Мирмана и добивание Рахимбека. Очень здорово сыграл 14 номер команды Борис Жас. Продвинулся на ударную позицию, нанес бросок, отскок от своего борта. И Рахимбек Мирман делает счет ничейным 1-1. По итогам двух периодов ничья в этом матче. Затем упускают они Данила Мельковец, который не сумел переиграть вратаря, как и Ян Тетюньков. Но развязка этой встречи наступила в третьем периоде. Ошибается вратарь, не попадает в пустой угол Валентин Попов. Затем передача Базанова и точный бросок Яса Тетюнькова, который оформляет дубль в этом матче. На 47-й минуте Диас Тетюньков оформляет вторую шайбу своей команды в этой встрече. Удаление сначала Кирилла Болгова, затем Александра Макарова привели к тому, что играли в формате 5-3. Передача Стальмакова и бросок Степана Рифеля 1-3. В большинстве реализовали это преимущество ускеменогорцы. Ответим отличный пас Сергея Стальмакова и не менее отличный бросок Степана Рифеля. Первая шайба, кстати, в этом сезоне молодежи лиги Степана Рифеля. Затем в формате 5-4 отличается Сергей Стальмаков. Бросок от синей Яса Тетюнькова и подставление Сергея Стальмакова, который забрасывает свою 15-ю шайбу в этом сезоне в ассистентах Ян Тетюньков и Диас Тетюньков. 52-я минута, 1-4. А после этого Борис Жас бросился атаковать, и упустили они прорыв Валентина Попова, который бросает точно в угол, и счет становится 1-5. Конечно, упустили рывок Валентина Попова, который воспользовался этой ошибкой и мастерски разобрался с голкипером, сблизившись Валентин Попов. И, как оказалось, в дальнейшем эта шайба стала заключительной в этом матче, хотя Борис Жас сыграл в большинстве после удаления Никиты Побединского, но извлечь выгоду из этого астанчане не смогли. Таким образом, суммарная статистика сегодняшнего матча: по броскам 30 у Борис Жас, 36 у Торпедо, по выигранным бросаниям ничья 27-27, дважды отличились в большинстве гости и ни разу хозяева. Штрафные минуты 14 у Борис Жас и 12 у Торпедо. Финальный счет 1-5 в пользу команды Торпедо Скивногорск. И завтра в 13:00 состоится повторный матч на канале Инспорт. Смотрите прямую трансляцию. А пока у нас все. До новых встреч. До свидания. Пока.